always think of you when spring comes. Like it's something in the air at that time. Don't know why. Always dream of you when spring comes. It's like the heat on my skin takes me back to the time. Здравствуйте, драгоценные друзья. Значит, смотрите, что получается. Я сейчас еду в магазин Cabela's. Это такой магазин, где продают все для рыбалки, все для охоты, для кемпинга и прочие другие удовольствия. Сейчас я буду там минут через 10. Он от моего города миль 12. Ну, в районе Портленда. Это все в округе Портленда. У меня выходной сегодня. Очень прекрасный такой солнечный день. Весна. Все цветет и пахнет. И я вот еду в магазин Cabela's. И хочу с вами поделиться, что за магазин такой. Кто там уже был, будет вам неинтересно. Кто никогда не был, будет интересно. Кто будет смотреть с других стран, посмотрите, сравните с вашими магазинами, как, насколько разница, все такое. Ну, едем, значит. Это я сейчас еду по Interstate 205, еду на юг. Еду в город Туалатин. Смотрите, друзья, цветочки тут цветут вдоль дороги, свежие молодые листочки, вот на деревьях уже как все красиво цветет и пахнет, солнечно, ясное небо, короче, очень все прекрасно, весна, прекрасная пора. Короче, приехал, сейчас одеваем намордник. Без намордника никуда нельзя ходить. Вы сами это знаете. Так, все, намордник одели, заходим в магазин. Вот такая вот газовая гриль, жарит стейки и прочие удовольствия. $249. Газовая. Вот здесь внизу баллон ставится. Вот это все грилки Traeger. Это которая на опилках. Опилки такие, макарончики. Вот такая Traeger стоит. Сейчас посмотрим цену. Видите, целый ряд этих Traegerов. И короче, $799 стоит такой Traeger. У меня такой есть. Можете на канале посмотреть. Я даже там что-то готовил на ней. А вот это, друзья, на поддонах. Это все опилки, разные дерева. Фруктовые, яблоко, черешня и так далее. Вот это все, друзья, опилочки для этого Traeger. А здесь идут вот смокеры разные, коптильные. $250 такая коптилка. Так, посмотрим, как она тут. Короче, это все коптилки, друзья. Коптить холодного копчения. Вот $349 вот это такая коптилка. Тут внизу ставите такую сковородку с опилками и коптить рыбу там, все такое, холодного копчения. И вот у них вот так вот везде прикольно. Вон, видите, пума какая-то настоящая, только они ее, ну вы знаете, что они с ней сделали. Короче, сюда, когда приходишь, знаете, прямо глаза разбегаются и не знаешь, с чего начинать. Здесь вот, значит, это все одежда разная. Вот всякие кулеры.
всякие такие мелочи. Вообще очень все интересно. Кто здесь никогда не был, рекомендую, будет очень интересно. Разные такие мелочи, такое всякое. Можно ходить вот так вот, рот разинув, и все рассматривать. Я даже не могу вам все рассказать. Я даже, знаете, даже много чего и сам не понимаю. Вот что это такое, я не знаю. Ну что, друзья, что скажете? Наверное, пошли сначала посмотрим, все для рыбалки. Да? Вот смотрите, видите, какой осетр или что это? Похоже, что осетр, макет. Тут вот, видите, разные каяки. Интересно. Ну вот, сколько такой каяк стоит? Сейчас посмотрим. Смотрите, каяк $579.99. На одного человека, походу, да. На одного. Вот, друзья, смотрите. Тут для этих каяков весла идут. Вот, смотрите, такой интересный, да? Как это? Рыбацкая такая лодочка. Вот тут один рыбак такой может сесть. Снасти разные положить. Удочки вот так вот раз. И можно поплыть по озеру и рыбачить. И такое удовольствие стоит, ну, $1000 без одного цента. Ну и плюс все вот эти причиндалы, снасти, масти, удочки. Думаю, что в $2000 можно вложиться. Плюс-минус. И вот какое удовольствие, кто любит рыбачить. Тут далее, друзья, идут палатки разные. Разные-разные палатки. Маленькие, большие. Вот такая вот, смотрите, зелененькая, маленькая. Ну, покажу вам. Смотрите, вот это какая прикольная палатка. Смотрите, какая большая. Палаточка такая. Вот. Ценника не вижу. А, ну вот. Наверное, что это получается? $44.90 палатка стоит. Нормально? Так, ну, вот видите, всякие животные, макеты. Похоже, это настоящие их, видите, став сделали. Вот, вот тут где-то должно быть уже про рыбалку. Ну, обувь разная, такое все. Я, друзья, не буду прям вот так все показывать. Это будет очень долго. Так вот, в общих чертах. Сейчас вот я продвигаюсь. Вот рыбалочка, друзья. Начинается рыбалочка. Вот так буду потихоньку показывать. Вы вот смотрите, всякие снасти. Кто в этом хорошо понимает. Такие вот цены, да. Разные блески. Всякие вот такие бейт. Приманки такие всякие. На большую рыбу. И ценники идут. Здесь вот разные удилища. Вот такое, допустим, такое удилище, да, на форельку, например. Удилище стоит $49.99. А тут вот идут сразу с катушками разные. Вот, допустим, такая вот тоже на форель. Удилище такое уже с катушкой идет. Что получается? $29.99 с катушкой. Ну, такие, знаете, это такой дешевый вариант. Вот это все по рыбалочку. Тут очень большой выбор, друзья. Вот смотрите, тут просто, короче, смотрите сами, что происходит. Вот тут удочки такие, видите, посерьезней, с катушкой, такая серьезная катушечка. Может, даже можно и на сетра. Я, друзья, не рыбак, не буду вам утверждать. Значит, стоит такое удилище $109.99 уже с катушкой. Но я знаю, тут есть такие катушки, там одна катушка может $1000 стоить. Вот сейчас я поставлю на паузу, пойду катушки найду и покажу вам, дорогие катушки. Вот нашел, смотрите, какие катушечки. Вот смотрите, катушка стоит $549. Вот. Самая дорогая, как бы я вот насколько вижу. А вот тут вот была 599, ее там нету. Ну, остальные идут такие по 250, такие вот разные. Много отсутствует. $200 катушка. Тут вот идут такие вот. Это все, вот видите, катушки разные. Вот смотрите, ценники внизу. Я буду вот так потихоньку идти. А вы смотрите, цены. Короче, разные катушки. От $100 до $500. Вот такой вот тут рай для рыбаков.
А вот здесь у нас все леска. Разные. Рыба бывает разных весокатегорий. Кто понимает в этом, тот знает, какую леску нужно намотать на катушку. Вот, катушка такая, да, вот бобина такая, $30 49 центов. И вот смотрите, сколько тут выбора. Разные удочки. Вон, смотрите, сколько всего. Тут просто можно голову потерять при виде всего этого. А здесь вот, друзья, на лодку резиновую, моторчики разные, да, вот электрический моторчик такой, на лодку подцепил и погнал. Здесь вот такая вот моторка такая, да, навесная. Походу, на такие легкие лодочки подцепил и погнал, вот моторчик такой. $679 99 центов, походу он на батарее. Вот видите, даже получается на такую лодку можно поставить, на какую-нибудь там резиновую маленькую лодочку, и все, и поплыл рыбачить. Вот это краболовки в океане, крабов ловить. Одна такая краболовка стоит, шиш с маслом, ничего не написали, что она стоит. Странно как-то, простите, друзья, нету ценника. Короче, это крабов ловить. Тут вот еще краболовочки. Прикольно. У нас в Орегоне много крабов. Ну вот, смотрите, что это получается. Не, это не может быть цена. Какие-то непонятные цифры. О, вот, друзья, все. $159 99 центов. Вот такая одна краболовка. Ну, не дешевое удовольствие. Тут вот это для лодок буи. Safety vest разные. Еще краболовки. Очень тут у них прикольная декорация. Тут все разные краболовки. Ну, может даже и рыбу ловить. Насколько я понимаю, это крабов. Вот такое вот дело, друзья. А здесь, смотрите, разные ботинки, сапоги. Вот, все для рыбалки. Вот, смотрите, какие одеваешь такие вот. Такие водонепромокаемые. Такие вот брюки, как это назвать, сапоги, и погнал в речку рыбу ловить. А тут вот, смотрите, друзья, такая вот флайшап, да. И тут вот тоже разные удилища, снасти, масти, катушки, обувь. Не буду мужика смущать. Пойдем далее. Ну, тогда, друзья, значит, смотрите, вот эта вся тема рыбалка. Тут, значит, вот одежда для рыбалки. Далее, друзья, покажу вам второе интересное. Охота. Оружие, патроны, охота. Пойдем посмотрим. Ну и по пути на охоту покажу вам тут, видите, вот такие вот приборы. Это вот, походу, на лодке ставят. И смотреть, типа такая, знаете, как GPS, показывают, где рыба плавает. Ну и вот, вот так вот покажу вам ценники. Вот смотрите. Вот этот аппарат стоит $1000. Этот стоит вот 1549. Вот так вот покажу вам. Кто понимает, тот будет в восторге. Я, друзья, как-то не рыбак. Я люблю, когда клюет. Я такой любитель. Приехал куда-нибудь на речку. Если клюет, я рыбак. Не клюет, все, я уже не рыбак. Так, ну все, двигаемся в сторону оружия. Короче, смотрите, сколько всего здесь. Вот начни вот так вам все это показывать. Так 4 часа тут можно ходить. Вот так вот. Он очень большого размера, этот магазин. Понимаете, он очень большой. Попробую вам так показать масштабы его.
Это, короче, далеко туда идти можно, очень большой магазин. Тут вот, видите, декорации, видите, как они запарились с декорациями. Вон волки, лоси, олени, вот, и короче, так далее. Вот смотрите, как они конкретно припарились с декорацией. Разные животные, красиво. Вон горный козел. Это все костюмы камуфляжные. Ну вот, смотрите, цены. Вот, $69.99. И брючки тоже, видите, охотничьи такие. Надо купить вот эту за $69.99. И брюки, штаны $79.99. Вот все это прибавьте. Вот столько будет вам стоить охотничий костюм. Ну, как вы видите, тут их разные-разные варианты и цены разные. Вот. Ну, не дешево тут все, я скажу вам. Вот так вот идем далее. Вот смотрите, еще костюм. Значит, он такой, видите, как типа комбинезон, что ли. Ну, короче, $99.99. Вот такой охотничий. И смотрите, какой выбор большой. Ну, идем далее. Идем далее. Далее будет оружие скоро. Здесь у нас начинается холодное оружие, друзья. Вот смотрите, я потихоньку буду камеру вести, вы смотрите, какие ножики, цены. Далее, друзья, смотрите, это все таргетс. Это, походу, с лука стрелять, да. Также тут есть и с оружия стрелять разные таргеты на любой вкус и цвет. Смотрите, это вот кейс такой, да, для арбалета. $79.99. Ну и вот это все сумочки для лука, арбалеты. Все это охота, друзья. Здесь вот далее идут разные аксессуары для пистолетов. Это все кейсы для оружия, для AR, калашей, разных ружей. Разный выбор. Ну и дорого стоит. Смотрите, $299.99 вот такой кейс. Думаю, туда можно AR положить, калаш. Посмотрим, может, тут даже калашниковый есть. Тут далее, смотрите, друзья, какие пистолеты разные. Смотрите, какой выбор. Так, подождите, какие-то цены странные, друзья. Не, это не цена оружия. Это я не понимаю, это оружие не может так дешево стоить. А, это, наверное, воздуханы, пацаны. И девочки, и мальчики. Это воздушное оружие. Так, друзья, начнем. Вот это все воздушные пистолеты. Это все такое, воздуханчики. И цены, видите, какие. Вот такая вот пушка. Стрелять таким воздушной биби. $100, короче, без одного цента. Значит, это все воздушное. Надо, знаете, белочек пугать. Белочку убьет только так. Здесь вот, друзья, видите, разная оптика. На разные райфлы, ружья и так далее. Видите, почем оптика. Смотрите, цены какие. Вот такой большой выбор. Значит, друзья, то были там воздушные пистолеты, здесь у нас оптика, тут вот еще оптика. И тут идут разные охотничьи ружья, винтовки. Видите, какая пушка серьезная. Так, вот так вот. Это все охота, ружья, винтовки. Ну, очень подробно не могу показывать, им не понравится, что я снимаю это. Я так покажу, в общем. Смотрите, какая винтовочка или ружье. Я не могу сдалека понять. $1399. Вот это вот.
винтовочка стоит. Очень много людей, друзья, простите, неудобно снимать. Видите, сколько людей, они все на моем пути, или я на ихнем. Хотел бы вам показать все побольше, но очень много людей. Вот смотрите, друзья, тут разные автоматы, ну как эти, райфлы, AR-ы, ружья, винтовки. Много разных видностей. Сейчас, друзья, оружие в Штатах разбирают, особенно вот в таких, как демократических Штатах, разбирают оружие очень сильно. Вот смотрите, вот это все должны быть разные винтовки, ружья, это все пусто. Вот, разобрали. Сейчас патронов практически нигде не найдешь. Вот, смотрите, тут еще есть разные ружья. Пистолетов мало. Вот, смотрите, какая пушка серьезная. $1000 без одного цента. They make one that's a little bit thinner, and the advantage of this one over your standard is that this holds 6 rounds. It's super nice. The problem is Nixon, and then Benny got beat by Carter. I don't know what Carter ever did. Ruined it. Yeah. Значит, это все вот кейсы для разных ружья, винтовки. Значит, друзья, там, где пистолеты, столько людей столпилось, даже невозможно было мне вам показать. И походу они там будут долго стоять. Вот так человек 8 стоит, и невозможно больше ничего показать. Но знаете, оружия стало намного меньше, пистолетов мало, все расхватывают, перепуганные что-то люди. Здесь вот, друзья, раньше продавались, а бэушные пистолеты вообще закрыли и не продают больше. Ну, люди, знаете, приходили, продавали свои пистолеты, этот магазин покупал. И тут можно было зайти, любой БУ купить. Больше нету. Смотрите, друзья, какие сейфы огромные. Вот такой вот сейф. 899.99 центов. Это для оружия. Сюда вот так вот складывать пистолеты, ружья. Вот тут, смотрите, какой серьезный сейф. 2649. Сюда складывать оружие, золото, серебро и доллары. Все так сюда складываете. Вот такой вот покупаете, в гараж ставите, и его никакая граната не разобьет. Довольно-таки большой выбор сейф. Смотрите, какие серьезные толстые двери. Вот такой вот замок. Смотрите, сколько. Раз, два, три, 4, 5, 6. Вот. Вот такой вот вскрыть будет сложно. А может и нет. $1399.99 такой сейф стоит. Тяжелый. Представляете, его купить, притащить домой. Это все для ружьев и райфлс сейф. Это вот такие маленькие сейф для пистолета. Вот так вот. И денежку можно положить. Ну и очень-очень много разных цацок. Разные такие вот цацки. Интересного много чего. Даже, смотрите, немножко даже мебель продается. Вот такое вот кресло. Вот ценник. Даже игрушки немножко продаются. Смотрите, какие прикольные игрушки. Вот какой трачок, рэм, лошадки. $39.99. Интересно здесь. Большой выбор. Вот даже для женщин одежда разная есть, прикольная. The North Race Face. Значит, вот такая вот стоит. Посмотрим. $55. Вот, смотрите, на манекене. Так что, женщины, для вас тоже тут есть. Одежда продается. Это вот такие вот собачек перевозить. Собачку туда раз и в клинику до доктора. Это все вот всякие игрушки для собачек. Прикольно. А тут вот смотрите, вот такой вот уточка-манекен.
вот так вот раз приманка, ее так пустил плавать по озеру и уток приманивать. И все вот это, друзья, смотрите, это все для охоты. Вот приманка, индюшка. Очень много чего отсутствует. Вот смотрите, друзья, сколько всего отсутствует. Разобрали. Вот так вот идешь ряд за рядом. Это вот, друзья, смотрите, какой-то капкан. Может, на зайчика. Бинокли. Аж глаза разбегаются. Сколько всего. Вот это идет ящики хранить, патроны разные. Сейчас еще пробую найти патроны. Сейчас патронов найти практически нереально. И мне интересно, сколько здесь есть патронов для охотников и так далее. Представляете, друзья, значит, вот, например, вот, вот в магазине Кабелла, значит, патронов нет вообще. Друзья, вот кто живет в Штатах, вы знаете, сколько раньше патронов было. Вообще, вот патронов нет вообще. Если кто любит охоту, охотится там на оленя, там на гусей, на индюков, забудьте, друзья, все, патронов нет. Вообще. Пусто. Вот даже хотел снять вам про патроны, и нету. Вот ящики для патронов продаются. Все. А вот здесь, друзья, должны были быть патроны. Вот, ну просто, вот только картинки остались, все. А патронов просто нет вообще. Вот это все раньше должны были быть патроны здесь. Нету вообще патронов. Все. Зачем тогда и ружье покупать? Все, все охотники, забудьте про охоту. Ну все, друзья, такая тема. Я так в общих чертах показал. Вот смотрите, какая декорация. Поставили такую вот сосну, и вон, смотрите, индюки. Индюки там красивые, такие, как настоящие. Сейчас еще покажу вам немного декорацию, друзья, смотрите, с животными. Смотрите, какие медведи. Сейчас подойду ближе. Медведи, тут вот олени, лоси и так далее. Вот такой вот, друзья, магазинчик. Кто местный, приходите, вам понравится. Тут можно как в музей походить. Вот такое, значит, друзья, дело. Значит, я на этом буду этот ролик заканчивать. Про магазин Кабелла. Это, ну вот, например, у нас в Портленде. Это самый большой магазин, где можно прийти, купить все для рыбалки и охоты. Это самый-самый большой считается. Есть еще ряд других магазинчиков подобных, но они намного меньше. Есть спортсмен, есть там еще кое-какие, не буду все перечислять. Но вот Кабелла — это самый большой магазин для охоты, рыбалки и кемпинга. Ну, я показал вам чуть-чуть кемпинга, там вот палатки, там вот это все. Одежда, рыбалка, охота. Все, друзья, я буду отсюда уже уезжать. На этом все. Спасибо, друзья, за внимание. Далее буду думать, что на канале вам еще показать про Америку. До свидания, друзья. Всем хорошего дня, либо ночи. До встречи на канале.